Еще одним ярким представителем шайки демонов является Аморфник, монстр, прибывший в Gravity Falls из царства кошмаров. Народная мудрость гласит, что любое живое существо судит по его друзьям. И нужно признать, что в случае с данным персонажем это высказывание является стопроцентным попаданием в цель. Будучи близким приятелем Билла Шифра, он полностью разделяет взгляды треугольного безумца и, подобно своему сумасшедшему товарищу, жаждет устроить на Земле безумнопокалипсис. Внешне Аморфник напоминает развернутый кубик Рубика, на некоторых фрагментах которого имеются глаза, а внутренне представляет собой темную беспринципную личность. Наряду с Биллом Шифром и Аморфником членами демонической шайки являются также такие ребята, как Восьмерка, нескладный зубастый монстр, похожий на гремлина, Пираньяка, розовый монстр с короткими волосами, одним глазом и несколькими небольшими рогами, Крипта, ромбовидный масонский символ металлического цвета, Зонтар, темно-фиолетовое чудище, имеющее форму хлебной буханки. Мистер без лица, отличительными чертами которого являются зеленый жакет в клеточку, застегнутый на одну пуговицу, кожаные перчатки, а также огромная челюсть с золотым зубом. Замочник, являющийся, как и его коллеги по цеху, членом банды межгалактических преступников и ночных кошмаров. Зубы, демон, чей внешний вид полностью соответствует его названию. Лава, лампообразный демон, парниша, оказавшийся единственным членом шайки Билла Шифра, который не был официально представлен зрителям. Ну и наконец, пустышка, монстр, напоминающий собой одержимого бесами ребенка, на массивном лбу которого красуется золотой крест. Стоит отметить, что помимо перечисленных ранее сверхъестественных существ, на территории Gravity Falls проживает и множество других, не менее интересных аномальных созданий. Например, гигантские летучие мыши, известные также как вампириаты или же фруктоптицы. Главным оружием данных существ являются их острые, как сталь, когти и не менее острые маленькие зубки, благодаря которым они мертвой хваткой вцепляются в свою жертву и затем жадно впиваются ей в горло. Согласно заметкам Форда Пайнса, знаменитого автора дневников, гигантские летучие мыши за неимением альтернативы могут вполне поживиться коровами и овцами. И, как ни странно, охотно употребляют в пищу даже фрукты. Однако излюбленным лакомством этих тварей все-таки является человеческая кровь. Поэтому, если вам дорога ваша жизнь, то желательно обходить их 10-й дорогой. Что касается размеров гигантских летучих мышей Gravity Falls, то известно, что размах крыльев взрослых особей достигает порядка 3 метров. А это значит, что такая громадина способна не только сбить с ног какого-нибудь зазевавшегося тяжеловеса, но и наверняка поднять его в воздух с целью унести его в свое логово. Следующими героями нашего списка нечисти Gravity Falls становятся маленькие зеленые существа. Весьма симпатичные желеобразные человечки, управляющие роботом-левшой. Как утверждает все тот же легендарный автор дневников, предназначение робота-левши, который, к слову, выглядит как обычный человек, заключается в крайне негативном воздействии на окружающий мир. Соответственно, исходя из этого, можно сделать вывод, что милые и на первый взгляд безобидные крохи, приводящие киборгов в движение, не отличаются мирным нравом и добродушием. Стоит отметить, что одной из стратегических задач, выполняемых зелеными человечками, является сохранение секретности пилотируемого ими объекта, с которой они, как правило, успешно справляются. Тем не менее, бывают случаи, когда все их попытки выполнить миссию терпят провал, и тогда бедняжкам приходится идти на крайние меры, а именно глотать красные светящиеся кубы, которые неминуемо влекут за собой гибель вышеназванных существ. Вследствие чего и сам робот-левша тоже прекращает свою жизнедеятельность.